трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Министерство внутренних дел снова подняло вопрос о том, чтобы государственные регистрационные знаки на новые автомобили выдавались в автосалонах. Изготавливать их будут тоже дилеры, после того, как ГИБДД даст добро. Цена вопроса пока не уточняется. Кроме того, автомобилистам могут дать право самим выбирать номера. Соответствующие инициативы Госдума рассмотрит в ближайшее время. Трасса 101. Автолюбителей ждут существенные перемены по части ОСАГО. Как пишет «За рулем», накануне состоялось закрытое совещание представителей Центробанка, Минфина и страховых компаний. Последние красноречиво жаловались на большие убытки от автогражданки и просили отпустить ее тарифы в свободное плавание. Якобы тогда они начнут работать как следует, борясь за каждого клиента. ЦБ счел эти доводы убедительными, настояв лишь на том, чтобы модернизация ОСАГО проводилась плавно. Трасса 101. В России начались продажи Honda CR-V нового поколения. Минимальная стоимость – 2 миллиона 110 тысяч рублей. Кроссовер оснащен бензиновым мотором объемом 2,4 литра мощностью 186 лошадиных сил. Позже будет 150-сильный двухлитровый агрегат. Трансмиссия – вариатор. Комплектаций всего 4. Базовая предполагает наличие 8 подушек безопасности, системы помощи при старте в гору, датчиков давления в шинах, круиз-контроля, двухзонного климат-контроля, переднего и заднего парктроника и так далее. Трасса 101. В российской столице заканчиваются автомобильные номера с кодом 777. Их выдача началась почти 4 года назад. Вот-вот эстафету примут знаки с кодом 799. Что касается Кировской области, то ранее представители госавтоинспекции говорили, что номеров с кодом 43 у нас предостаточно. Добавление еще одной цифры не планируется. Будешь много времени проводить за баранкой, будешь постепенно глупеть. Такой вывод сделали британские ученые, проведя исследование, охватившее 500 000 водителей. Снижение умственных способностей у заядлых автомобилистов специалисты объяснили тем, что вождение происходит в основном на рефлексах. Мозг тут практически не задействован. Так вот как на дорогах появляются бараны. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.